Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередной обзор на бесполезного героя, но в любом случае нам придется его прокачать, потому что он участвует вот этой, скажем так, судьбе с Огником. Это у нас будет Дракос, еще немного героя, мы уже приступим к следующей прокачке. Думаю, где-то сделаю 450 тысяч силы и тогда начну уже качать постепенно судьбу героев, все острова и рассказывать про героя. Вот такой вот у нас герой сегодня Дракос с порочным пактом. В принципе, нету смысла ему там особо заморачиваться над талантиком, потому что вы его в основном использовать даже не будете. Герой не особо актуален, возможно, на начальных левелах, да, наносит 660% от атаки вражеским героям. А также уменьшает их отхил на 65%. Также наносит врагу с наименьшей жизнью 450% от атаки. Имеет встроенный смертельный удар 8 уровня. Вот так вот, такая вот у нас имба будет. Сейчас мы соберем его на максимальный урон и протестируем. Так, ну давайте такая вот сборочка и пойдем сейчас в экспедицию просто ради интереса. Он у меня уже на эволюции, как видите. Так, я ему делал, да, делаю ему агментацию, давайте доделаем уже. Что-то я, по-моему, титул хотел получить на битве гильдий. Сейчас соберем его полностью на урон. Так, крит, уклонение я ему не буду ставить. Чисто атакующий крит, крит урон, ну, желательно, конечно же, крит. Так, перед урон. Блин, ну теперь придется два крита ловить. Конечно, мы запаримся их ловить, поэтому делаем все да наоборот. Так, вот отлично. Надо еще немножко крита. Отлично. Сам по себе герой, конечно, кайфовый, но, блин, похож на Влада Дракулу, хотя Влад Дракулу, наверное, даже похуже, чем он. Этот поярче. Сейчас проверим его с атакующими талантиками. Точнее, чарами. Точнее, созвездиями. Короче, неважно, чем мы его будем проверять. Но это у нас будет по-любому имба. Так, есть. С этим мы разобрались. Давайте еще попробуем. Немножко его подкачать. Ну, в принципе, можно и так делать. Все равно книги вернутся нам обратно. Ой, отлично. Жесть, видели? Просто жесть. Заблокировали мне на такой расте. Сладкой. Так. Вот сейчас на этом примере, кстати, вот тут Фрея, конечно же, есть. Сейчас, наверное, Фрея активируем, да. К сожалению. Ну, два удара Фрея, и все, героя нет. Надеюсь, в экспедиции сейчас будет получше. Так, отлично.
Так, что мы имеем? 173 тысячи жизни, 130 бонусами, ну, такое себе. Урона, как видите, плюс 13200 практически. Это максималка, что мы смогли вытащить. Давайте еще попробуем ему какую-то интересную чару вытащить. Оставим. Не будем мы ему интересную чару ловить. В общем, поехали сейчас потестируем его уже по разным локациям. Так, где эти доноры? Сила. Все, подкачали, поехали. Ну, не знаю, в экспедиции сейчас мы в рейде, точнее, ничего не найдем интересного. Опять же, Фрея. Огнекрылый Фрея. В общем, на своей силе однозначно я сейчас ничего толкового не найду. Поэтому сейчас попробуем сюда и забежать. Посмотреть, кто тут у нас есть. Так, ну что-то непонятное такое. Давайте попробуем. Та-та-та. Сейчас опять активируем Фрей и попрощаемся с Дракосом. Ну, очень хочется посмотреть, как же он будет бить в рейде. Мы этого не сделаем здесь. Ладно, поехали на экспедицию. Скина, как видите, у него нет, поэтому все печально у нас. Блин, и здесь стрелок. Ладно, попробуем. Конечно, он сейчас будет забирать энергию. Видите, даже нельзя эту имбу протестить. Вот, отлично. Так, смотрим изначально на урон. Он сейчас там включится и прилетит топор какому-то герою. Не знаю, правда, сколько. Это будет интересно посмотреть. Ну, по-моему, он шапку убил топором. Еще попробуем на подземках сейчас потестить, посмотреть. Так, ну давай кого-то бей другого. Ну сейчас по-любому шапку опять минуснет. Миссанул? Или убил все-таки кого-то? Ну по урону я вам скажу неплохо. Если смотреть на такой вот урон, посмотрите, сколько он дамага выносит. В общем, имба. Однозначно имба тащит всех, все 5 героев сразу же, причем. Так, опять стрелок. Да запарили вы со своими стрелками уже. Ну сейчас посмотрим, получится, не получится. Если не получится, пойдем на следующий. Вот видите, его добивают. В общем, это было слабое раста. Поехали на следующую искать для имбы доноров. Так, и бум. Че, он призрачного не смог убить? Жесть. Так, ну тут понятно все, думаю. Короче, он их затащил, он просто не захотел дальше показывать свою имбовость. Так, идем на арену. Может, здесь хотя бы найдем хоть кого-то достойного, кого он сможет слить. Так, ну по центру, думаю, мы его кидать не будем. Он их просто ушатает всех. А вот таким вот образом можно попробовать. Посмотрите, как он тащит жестко. Они просто даже не успевают добежать. Офигеннейший герой. Так, Джимми Чай. Сейчас мы тебя отджимичаем.
конечно же, если получится. Блин, хочется посмотреть, все-таки придется на подземке идти, смотреть, что будет у нас на подземках. Да, так не получается у нас. Давайте попробуем по центру. Воржея кинем. Так, смотрим. Самое главное, чтобы вот он включился. Ну, посмотрите по домам. Вроде как бы неплохо. Еще и режет дополнительно с ворожаем, режет от хила. Это круто. Так, смотрим. 600, по-моему, прилетело. Фига себе. Ну, тут с ушкой должен выдавать офигенный урон. Даже урон не показывают. Заоблачный просто там, походу. Ого, нифига себе. Ну ты, конечно, крутой чувак. Но посмотри, какой у меня офигенный летающий дракон. Он сейчас твоего просто отдраконит. Посмотрите, что он делает. А какой там? Он просто некроса тащит. Это просто жесть. Имба. Ну реально, просто имба. Поехали. Нифига себе, попыток нет. Ну да, конечно, красавчики на ворожая бедного напали. Но посмотрите, как мой ворожай не сдается. Да, там ворожай просто их шатает. Офигеть. Просто офигеть. Посмотрите, как он их почти раздал. Так, ну ладно, давайте попробуем еще разок. Ну почти. Почти. Просто, ну, не смог. Так, хорошо. Это все, конечно, весело, но мы идем на подземочки. Вот тут вот мы посмотрим, возможно, посмотрим реально его урон. По идее, он должен нехило так сейчас дамажить. Я надеюсь. Я надеюсь, что он хотя бы доживет до этого момента. И мы увидим все-таки реально его урон. Видите, да, насколько он проседает жестко. Просто офигенный герой. Стоит качать, ребят. Однозначно. Такс. Где мой ворожей? Сейчас попробуем, конечно, с ворожаем. Да, блин. Давай, ворожей, тащи. Мне вот интересно просто, сколько он сейчас будет выдавать топором, если он, конечно, доживет до этого момента. Так, кого-то он там уже убил. Это его аура, это, конечно, все круто. Ну, посмотрите на ауру, фига себе. Вот это было, конечно, круто. Слился внезапно. Офигенный герой. Так, хорошо, с таким вариантом мы, конечно, разобрались, но мне это не особо интересно. Давайте попробуем. Все-таки вот на PvP-локациях. Вот таким вот вариантом даже. Еще разок на ту же самую арену сбегаем. Просто жесткий. Очень жесткий.
что, пробуем еще разок, получится, не получится. Вот он включился. Ну, ничего так вроде по урону, но опять же. Это имба. Мы просто не знаем, как его использовать, как его тестировать. А, так. Вот видите, у меня куча имбовых героев без скина сейчас просто. Им даже скин не нужен. Ну тут вопросов, конечно, нет. Или есть. Не знаю. Надо ему однозначно качать 12-й будет и еще раз тестировать его, потому что он себя полностью не раскрыл на десятке. Надо его подкачать однозначно. Так, ну-ка еще разок. Не, ну когда, конечно, он так включается и бьет своим скиллом, это, конечно, там дамаг бешеный. Жизни мало, не знаю, даже не знаю, где его применять. Говорю, единственный вариант — это еще подземки, возможно. Больше особо над ним заморачиваться смысла нет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Будем качать дальше героев. Всем удачи, всем пока.